Датчики угарного газа вручаются в целях недопущения гибели и травмирования людей, а также отравления угарным газом в отопительный период. Основными получателями датчиков являются многодетные семьи, семьи, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, и одинокие пожилые люди. По программе губернатора вручаем им, значит, датчики пожарные, да, которые работают автономно. Ну и рассказываем основные правила пожарной безопасности в зимний период, что нужно делать, что нельзя делать, да, как правильно проводить беседу с детьми, на что указывать, какие основные моменты. Вместе с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы мы проехали по нескольким адресам территориального управления Кузнецовская и вручили датчики. Горожане такой жест оценили, ведь эта вещь действительно полезная. Работают от батареи, в принципе, интерьер вам никакой не испортит. Электрично не привязан, просто батарея крепится, там удобное для вас место. Ну, это кухня, такие места. Можно на шкафчик кухни? Нет, на потолок желательно. На потолок? Конечно, да, потому что он, у него есть определенный радиус действия, да, порядка 10 квадратных метров. Вот. И, соответственно, если его где-то на шкаф положить, просто может не сработать, то есть, ну, будет просто неэффективно, да. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Определить его невозможно. Можно ходить, заниматься своими делами и при этом незаметно получить отравление. Обнаружить вещество в воздухе способны только специальные приборы. У каждого человека должно возникать сознание того, что это очень важно. Оградить детей и себя от пожаров, которых на самом деле на территории Раменского городского округа очень много. Поэтому мы всячески прикладываем усилия, чтобы доводить данную информацию до людей и максимально разъяснить, чтобы это было понятно на самом простом языке. Устанавливать датчики сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы рекомендуют в кухонном помещении. Расположить его можно на стене или потолке. Внутри находится небольшая дымокамера, которая при заполнении определенной концентрации дыма срабатывает сигнал, и всех вас, то есть всех обитателей вашей квартиры разбудит, если вдруг ночью произойдет пожар. Также хотелось бы вам напомнить, так как у нас сейчас установилась прохладная, даже морозная погода, вот, при эксплуатации электрообогревательных приборов, пожалуйста, соблюдайте правила пожарной безопасности, не используйте неисправные обогреватели. Уважаемые граждане Раменского городского округа, призываю всех соблюдать требования пожарной безопасности. По возможности приобретайте автономные извещатели пожарной безопасности, устанавливайте себя в квартиру. Берегите себя и своих близких. Тем гражданам, которым вручили датчики, просьба отнестись к эксплуатации устройства серьезно, ведь от этого может зависеть ваша жизнь. Егор Кабанов, Дмитрий Корунов. Для программы «Городские вести».